Улица Торговая. По старой бердической традиции заложили асфальт. Красивая улица, должен отметить вам, хорошая. Но тут неожиданно прорвали коммуникации теплоснабжения. И теперь Бердичев Теплоэнерго аккуратно пытается вырезать асфальт, чтобы отремонтировать трубу. Об этом нам рассказали сотрудники этой организации. Это еще один пример того, как городские власти делают с одной стороны красиво, а с другой неумно. Потому что я, конечно, не эксперт в этом, но потому что, ну почему нельзя улицу, которую вы готовитесь капитально отремонтировать, почему нельзя сделать капитально сразу ремонт коммуникаций? И вот теперь приходится опять переделывать то, что было уже отремонтировано, сделано и хорошо сделано. Теперь это опять ломается.